Привет, друзья! Продолжаем вас знакомить с работой российских механиков. На видео украинская машина разминирования М1150 американского производства. М1150 была поражена дроном в уязвимое место – камеры наблюдения. Экипаж потерял видимость и выехал на минное поле в районе Бердычей. Эвакуировать М1150 было сложно из-за большого веса. Он доходит до 75 тонн. Для эвакуации использовали несколько машин. Машина разминирования М1150 разработана в 2009 году на базе танка М1А1 «Абрамс» и считается лучшей в армии США для работы на переднем крае. М1150 имеет хорошую броню с динамической защитой и предназначен для проделывания проходов в минных полях. Машина оснащена ножевым минным тралом, который вспахивает землю, поднимая мины на поверхность и отбрасывая их в сторону. Трал можно сбросить, не выходя из машины. Он установлен на гидравлический адаптер высокого подъема. Также вместо трала адаптер предусматривает установку и бульдозерного ковша. Машина имеет сигнальные флажки, которые втыкаются двумя пневматическими устройствами в землю, показывая зону разминирования. В заднем отсеке машины расположены реактивные снаряды МК-22 модификации 4 с закрепленными к ним зарядами, представляющие собой 107-метровые тканевые рукава, снабженные детонационным кабелем и заполненные взрывчатым веществом. Снаряд выстреливается из пусковой установки М58А3 на 100 метров в длину. После подрыва происходит разминирование участка шириной до 8 метров. М1150 вооружена 12-миллиметровым пулеметом. Ее экипаж – 2 человека. Примерная стоимость – около 14 миллионов долларов. Данная машина была повреждена нашим беспилотно-летательным аппаратом точно в область оптики и была ослеплена. Из-за неопытности экипажа она выехала на минное поле и произошел подрыв задней левой части. Эвакуировали данный образец двумя бремами в тыловой район. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.